Друзья, всем привет, с вами Капанда, и сегодня играем в Roblox режим зомби-зон. Атака зомби какая-то, давайте глянем. Короче, у меня есть пистолет, еще у меня есть ножик, где-то ножик был. Как он? О, хлобыська, хлобыська, ой, товарищ идет, зеленый товарищ. Бенч, готов, нет товарища. Короче, будем отбиваться от волн зомби, я так понял. Вот, там кого-то догоняют зомбаки, ну-ка давайте пойдем другану своему поможем. Так, у меня есть пикалет, и мы этим пикалетом будем их... убивать. Ну, все логично, так понятно. Зомбаков я люблю. Их так хорошо нашпиговывать свинцом можно. Вау, товарищ. Куда он спрятался, какой хитрый ман. О, мне какую-то бомбу дали, что ли? Нифига себе, он сгорел. Вау, он сгорел даже. Так, я сюда могу зайти? Так, сюда могу. Мы, короче, в каком-то ангаре, я так понял, да? Какие-то тут есть ящики, контейнеры, бочки. А вот туда я выйти не могу, они оттуда идут. Оп. Все, меня обратно телепортируют. Так, я накопил 600 деньгов, я могу что-нибудь купить. Давайте купим вот такой ствол. Вау, что-то я купил. Уф, фига себе, какой-то суперавтомат, короче. Нормуль, теперь будет гораздо веселее. Ну-ка, где вы? Кого нашпиговать свинцом? Вон он идет, вон он. И вот еще один товарищ. Товарищ, до свидули. Где еще? Где это мясо зеленое? Где эти орки? Хочу их нашпиговать свинцом. Вон он где-то спрятался. Эй, там кто-то спрятался, да? Раз спрятался. Вау, нифига себе, да они тут у них какая-то разборка. Ой-ой-ой, перезарядка. Ребята, подождите. Есть, готово. И еще одного жбан. Давай, перезаряжайся. Раз, два, три. О, их они сверху идут. Капец, а как туда наверх? Как они тут сверху? Они, наверное, через окна поназалазили. Что-то их, ребята, вас слишком много. Ну-ка, все в очередь. Все, нормально, отбились. Ага, отбились. Вот еще идут двое. Есть. О, перезарядка. Можно выдохнуть пока. А, кстати, вот так вот. Я, наверное, наверх залезу, буду отсюда отбиваться. Во. Так, этого добьем. Что-то он там шевелился. Я видел, что-то он маленько еще там. Эть, не достаю. Ай, мамочки, я упал. Опять хочу наверх. Я ему, короче, его добил. Лапами своими придавил. Сверху. Бенч, это был суперудар. Фаталити, короче. Так, вроде все нормально, можно перезарядиться. Фу, ждем. Так. Нет, там все чисто. Здесь чисто, северный угол чист. Здесь тоже все чисто. Все, нормуль, всех вроде добились. Так, давайте, может, ходим куда-то пробежимся. Что-то тут скучно уже, так. Братюня. Так, то я туда вышел, здесь нормуль. Ого, что это у него такое? Это сопля на голове. Это, наверное, зомби его укусили. Так, дальше побежали. Так, тут какие-то... Ой, мамочки, это что-то все разбомблено. Какие-то стулья перевернутые, все перевернуто. А, вон улица, они, наверное, там с улицы прут, да? Так, тут все нормально. Не, что-то я заблудился уже, пошел-ка я обратно к своим товарищам. Что-то тут мне тут маленько очково бегать. Вдруг там сождракуют. Надо держаться вместе. Когда выживаешь в зомби-апокалипсисе, нужно держаться вместе. Я хочу прочекать еще вот эти комнаты. Может, здесь какое-нибудь оружие или какие-нибудь бонусы валяются? Нет, по-моему, тут ничего нету. Побежали вместе с братюнями. Ой, опять этот соплей. Так, хоп, сюда. Все, я вернулся на наш спаун. Где зомбачки? Где это мясо зелененькое? Где мои хорошенькие? Идите сюда, к папочке. Идите, я вас жду. Так, где-то стреляют опять и без меня. Я сейчас все пропущу, все веселье. Эй, зеленые чувачки, вы где? Тут есть кто-нибудь? Нет, там все чисто. Короче, мы, по-моему, всех перебили вообще. Никого нету. Так, где я наверху, наверх залазил? Вот здесь по бочкам, ну, по бочкам. Так, а наверх? Они же как-то бегают наверху. Как они туда залезли, интересно? Ага, вижу, все. Нужно вот так вот через ящик. Здесь и вот сюда. Все, готовщинка, я тоже наверху. Так. Тут дырка еще у нас какая-то есть. Вот они где все прячутся. О, еще бомбочка какая-то далась. Опять он сейчас взорвется. Так, это наш, тихо. Во-во-во, мы вышли на улицу, кстати, прикольно. О, свежий воздух, наконец-то. О, что там за остров наверху? Во-во-во, что это такое? Что там летает-то? Интересненько. Как туда попасть-то, а? Короче, они где-то здесь все. Разбежались наши зомбаки, попрятались по всяким по углам. Но мы их, конечно, выкурили. Оттуда мы их всех повыкуривали. Давайте глянем наши бочки опять проверим. Прочекаем наш склад. Так, тут все чисто. Ага, чисто, грязно. Вон товарищ идет. Товарищ был, товарища не стало. Все, нормули. О, тихо. Не кусай моих друзей, я друзей буду защищать. Буду стараться. Так, здесь все чисто. Труба чисто. Перезарядимся пока. О, наверху товарищ. Был, товарища не стало. И еще один. Так, что ты там прыгаешь? Так, у нас нету патронов. Перезарядиться. О, меня покусали маленечко.
Есть, мы накопили еще на какой-то автомат. Сейчас глянем. Так, этого завалим. Что-то их тут куча встала. То никого нету, то они сразу повыползали все. Так, где-то здесь кто-то был. Все, уже никого нету, всех зачистили. Вау, 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 сразу трое. Братюни, я иду помогать. Все нормально. О, опять какой-то черепок дали. Так, давайте глянем, что мы можем купить. Вау-вау-вау, шотган, это я не хочу покупать, это не хочу. Короче, мне нужно открыть, я вот хочу на АК накопить, 1000 надо. Чуть-чуть осталось, надо на АКшку накопить. Ой, чуть-чуть своего не задел, надеюсь, тут по своим нельзя стрелять. Так, эти тоже готово. Фу, вроде отбились, более-менее. Так, перезарядимся, пока никого нет. Я хочу наверх опять сползать. Наверх, 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 сюда. Дашечки, и вот, я буду здесь еще сверху прикрывать вас. Вы держите нижнюю оборону, а я буду сверху прикрывать. Шквальный огонь вести с балкончиком. О, могу сюда теперь запрыгнуть. Ну что, где вы, ребята? О, я слышу, они где-то там. О, слышите? Как-то вот так он говорит. Не знаю, что это значит на зомбяцком, но, видимо, ничего хорошего. Это значит, я сожру твои мозги, наверное. Примерно как-то так это и переводится. Так, давайте прочекаем вот эту комнату. Где они все стреляют? Опять я все пропустил, все висели. Так, тут у нас вроде все ровненько. Тут ровненько. Все, тут все нормально, все чисто. Чисто труба, чисто. Вон товарищ наверху, я его видел. Вон он спрятался. Ну-ка давай, выходи сюда. Сейчас мы его ждем. Давай, давай, мой товарищ. Вот он и хорошенький. Бенч, 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 бенч. Фига себе, они уже какие-то броневые стали. Раскачанный. Ай, меня кто-то жрет. А, к нему на помощь пришли. Мамочки, пока наверх целился, меня чуть не сожрал. Ой, у него башка, смотрите, болтается. Фу, я ему голову отстрелил. Она там на собой проболталась. Страшно-то как. Но на самом деле не очень. Ладно, побежали наверх. Лоп-лоп-лоп-лоп-лоп. Так, у меня патронов нет, надо патрончиков прикупить. Все, патроны есть. 30 плюс 90. У нас, короче, получается за 180 мы покупаем 120 патрончиков. Ну, ой, мамочки, у меня руку откусили. Ва, точно, смотрите, я без руки. А нет, рука есть, но она где-то не с той стороны. Опять меня сейчас загрызут. Пока я разглядывал свою руку, меня чуть не сожрали. Так, черепок берем. Фу, капец, какие-то они стали настырны уже. О, монетка. Ой, какая-то злая. Ладно, возьмем злую монетку. Она, думаю, нам лишней не будет. Когда вызываешь в зомби-апокалипсисе, все важно. И злая монетка, и добрая, и бомбочка, и черепок. Все надо. Все надо подбирать, все лутать. Так, этого завалили. Ой, еще товарищ. Нифига, сколько их там, ребята. Ну-ка, в очередь, все в очередь. Блин, зато за них столько бабла отвалят. Все, головешка есть. И тихо, 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 тихо. Нифига, там что-то их целая армия. Ребята, помогайте мне. Есть. 1300. Ну-ка, я могу АКшку купить? А, мне не хватает этого. Уровня не хватает. Ладно, пока подождем. Так, пока побегаем. Так, у меня патроны кончились. Патроны купить быстро. Оп, есть. Капец, что-то их куча пошла. Что-то тяжеловато-то становится отбиваться. Фу, нормально. Вроде от всех отбились, да? У меня рука, у меня и второй руки практически нет уже. Мне отгрызли. Эти сволочи отгрызли мне руки. Сейчас мы будем им мстить. Ну что, где вы, ребята? Где эти зеленые? Зеленое мясцо. Где зеленое мясцо? Все, нормуль, вроде отбились. Фу, ну было что-то тяжеловато. Я лишился двух рук. Ну они как бы есть, но они там маленько как-то сбоку. Но все-таки я выжил. Самое главное, они мне голову не покусали. Самое главное... О, у меня и жизни зарегенерировались. Нормуль. Самое главное, что голова целая. Остальное не важно. Ну чё, где вы, ребята? Вон они снизу идут, товарищи. Давайте, ребята, валим их. Валим всех. Так, беру второго на себя. Есть, готово. Перезарядка. Так, так, так. О, еще тут с этой стороны идут. Смотрите снизу аккуратно. Есть, готов, товарищ. О, еще один дружбан. Куда ты мимо? Ты давай, заходи к нам в гости. Будет веселее. Что-то они как-то мимо пробегают. Ну-ка, ребята. Они, наверное, стесняются. Но вот эти-то точно ребята не стесняются. Все, готово. Два товарища лежат. Хорошие зомби и мертвые зомби, да? Во-во-во-во-во. Ну что, мы всех зачистили? Нет, не всех еще. Вау, их там опять куча. Они опять идут через эту дырку.
У них там, наверное, излюбленный спам. Спаун, я сказал спам, что ли? Да, спаун у них там излюбленный. Так, у меня нету патронов. Так, 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 вот тебе и спам. Сейчас мы их заспамим. Капец, сколько их тут куча. Давайте что-нибудь купим, а? Я хочу купить быстренько. Я могу купить дробовичок. Дробовичок, бенчик. Вот так вот пойдем валить их. С дробана попробуем, постреляем. Уа, что-то куча их. Ребята, помогайте. Есть. Все, вроде отбились. Капец, ну было что-то тяжко. Меня даже не покусали. Так, у нас есть пистолет и дробан. Дробовиком. Смотрите, какой я весь покосан. Они меня покусали, у меня руки аж как-то перекособокило. Что это такое? Что с руками-то стало? Здесь зомбаки меня вообще помяли всего. Я какой-то некрасивый стал. Ну, это жизнь такая. В зомби-апокалипсисе. Только по-другому никак не бывает. Только так нужно, либо ты убьешь, либо тебя убьют. От зомбаков нужно спасаться. Фу, ладно, это было весело, мне понравилось. Нужно будет вернуться потом еще в этот режим. Все, друзья, всем пока, спасибо за просмотр. С вами был Капанда. Контрольный выстрел, Бенчик.